Всем привет! С вами я, Алиса. Сегодня я вместе с вами отправимся в сказочное путешествие в новый магазин Хэмлис в Москве. Я, как долл-блогер, сняла вам репортаж с места событий. Предлагаю начать просмотр. Народу было очень много, все кричали и веселились. Я сделала много фотографий, потому что в магазине все красиво украшено. Если кому-то будет интересно посмотреть, что у меня получилось, переходите по ссылке в описании в мои два инстаграма. Один из них посвящен куклам. Надеюсь, вам понравится, потому что я выкладываю новинки каждый день. Б. Брутальность. На тусовке я встретила много новых друзей и знакомых. Мне очень приятно, что меня узнали ребята, и ко мне подошло много моих любимых подписчиц и подписчиков. Очень клево, обозреваешь, как тут все это детально, в отличие от других музеев, которые все работают. Спасибо, ты очень клево. Очень приятно. Не ожидала тебя. Так приятно осознавать, что твои видео любят, а встречи ты оставляешь хороший памятный след и улыбку у человека. Я всем раздавала автографы, фотографировалась, обнималась и отвечала на вопросы. Отмечайте меня на фотках в социальных сетях. Я обязательно буду лайкать и присылать вам сердечки. А еще отпишитесь в комментариях, кто уже встречался со мной или этого хочет. Итак,
Я тоже хочу стать. Большие подписчики тебе нравятся. Да, классно. Я увидела много новых кукол, которых нет в моей коллекции, так как они не шарнирные, а я таких не собираю. Плок-плок. Да, я тут самый человек, который еще снимает ноги. Уху. Спасите меня, меня расплющило. Ну что поделать, как бы, ну мы такие все. Да. Не могла пройти мимо стенда «Свинкс». Ну и, конечно же, кукла «Дисней». Просто ми-ми-ми. Онг! Как же не позабавиться с такими мягкими игрушками?
А таких куколок я еще не видела вживую. Поняшки! Ура! Трон для особых. Блистает. Кого-то обидели. А этот стенд посвящен новому мультфильму. Я думаю, вы догадались, это «Красавица и чудовище». Это «Красавец и чудовище». Угадайте, кто из них кто. Ого, я первый раз в жизни вижу мегаблок с Monster High. Кстати, у меня никогда не было лего в жизни. Хех. А тут я себя почувствовала настоящим джедаем. Пиу-пиу! Няш! О, новый гиганша и пупсик Ever After. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк под этим видео. И не забывайте, что я вас всех очень люблю. Be cool and crazy. Пока-пока!